У нас нет огнетушителя под рукой. Чем мы первым тушим? Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным. Обсуждая это с друзьями, мы пришли к выводу о том, что нашим детям не хватает информации, как вести себя в случае пожара. Поэтому совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом мы решили на базе общественной приемной организовать курсы для малышей, где бы давали необходимые навыки для выживания в таких ситуациях. На мой взгляд, это крайне важно. Российское добровольное пожарное общество занимается обучением мерам пожарной безопасности, значит, работа с детьми. Чего? Замечательна сама идея, организация электродвижения. Мы стараемся посещать подобные мероприятия, активно в них участвовать. Интересно. Мне очень понравилось.